цехе рудоподготовки и обогащения АО ССГПО внеплановый обход. Заместитель генерального директора объединения Сергей Кузьменко знакомится с ходом модернизации оборудования. От внимательного взгляда второго руководителя предприятия ни одна деталь не останется незамеченной. Тут ему знаком каждый уголок, ведь свой трудовой путь он начинал именно здесь, на фабрике, почти 22 года назад. Но, как и в первую рабочую смену, в его глазах все тот же восторг от мощи и размаха происходящего вокруг. Этот день я четко помню. Я даже помню тот наряд, который мне выдали. Это была замена электродвигателя шаровой мельницы. Создается эффект, когда ты стоишь рядом с работающей мельницей, как будто она вот-вот на тебя накатывается. Отработав до обеда в цеху и зайдя в мастерскую на обеденный перерыв, в ушах гудело, голова болела, потому что там и шум был, и вибрация. Вот. Поэтому это как бы память врезалась. Профессионалом в энергетике не становится за несколько месяцев. Каждый шаг в карьере, будь то новая группа допуска или разряд, серьезное испытание. Жесткие экзамены по теории и каждодневный практический опыт. И, пожалуй, самое главное требование – постоянное расширение кругозора. Первый начальник цеха у меня был Александр Васильевич Попов. Я помню фразу, которую он мне сказал, что ты мне как там, допустим, мастер не нужен. Получать знания на уровне твоей должности – этого мало. То есть надо постоянно развиваться, получать дополнительные знания, информацию. За 12 лет он прошел путь от электрослесаря по ремонту до директора одного из крупнейших подразделений ССГПО. В 2014 году Сергей Кузьменко стал директором управления фабрики рудоподготовки и обогащения. Именно в эти годы на предприятии стартовали глобальные программы модернизации. Требовались новые подходы в управлении и совершенно иные знания. 36 лет Сергей Валентинович назначен вице-президентом АО ССГПО по производству, став самым молодым на этой позиции за всю историю комбината. Ну, наверное, самое главное не останавливаться на достигнутом, да, не загонять себя в какие-то рамки. Очень много компания вкладывает именно в развитие. Сегодня, по сравнению с тем периодом, когда я начинал, наверное, ситуация она улучшилась в разы. Как говорят, чтобы горели глаза, потому что если ты хочешь чего-то добиваться, обязательно нужно себя показывать. Как бы громко звучит, но все зависит от тебя. Сегодня горнорудный гигант переживает непростые времена. Новая геополитическая реальность – это очередной вызов для каждого комбинатовца. Но какими бы тяжелыми ни были условия на глобальных рынках, ССГПО по-прежнему остается флагманом ERG. Разница глобальная. По Качарской площадке мы сегодня крупногабаритные самосвалы 220 тонн, да, экскаваторы, хитачи с емкостью ковша 29 кубов. Поэтому здесь смотришь на инвестиции, которые вкладываются, и оно вызывает радость, что ты являешься частью тех решений и тех реализуемых проектов, которые сегодня в компании, они происходят.